Из-за своей любезности вам приходится ходить без пуговиц. Позвольте, я пришью недостающие пуговицы. Прошу прощения за доставленные хлопоты, Фрулин. О, нет. Посмотрите, вам следует надеть наперсток на другой палец. А нитку держите и вот так вот немного натягиваете, отпускаете. Вот как это делается, видите? Поразительно. Разве вы умеете шить? Умею. О, герр граф, все-то вы умеете. Я заинтригован, однако же это моя работа. Позвольте. Что это, Недхен? Зачем вы дали графу такой старый наперсток? Ведь на Рождество я подарил вам золотой. А с этой штуковиной даже шить невозможно. Это мой... О, простите. Вы носите наперсток? А, это старый талисман. Конечно, старая семейная реликвия. Простой наперсток? Весьма своеобразно. Я тоже нахожу это несколько странным.